Мы еще не доехали. Так, двигаемся на ВП-1 пешком. Саживаемся, двигаемся пешком. Где этот пешок? Блять! Это в кого-то из нас под стол прилетел, да, или что это было? Сейчас, если не отрубится, значит все норм. Живой. Ебина порвало. Ух, порвало не то, да. Да, принт, о, отдай ура, одного. Керин с металла взял, отлично. Принт, отдай одного человека, крушу, да. Да просто иди, блядь, за мной, нахуй, ебаный шашлык. Перкеле. За пояс возьми меня. Крепко. Афина, где вы шашлыки? Фины делают. Кого порвало? Фины, блядь. Живые, блядь, мертвые есть. Так, я жив, но я очень сильно ранен. Ну и что, командир, будем делать? Охожите, Фины. Короче, план такой. Слушай, мне кажется, это типичные финские карты, и надо идти по этим пометкам мины, и там их не будет. Может быть. Короче, кто... Так... Надо отправить одного человека, он будет впереди идти далеко. Вот, и мы все будем идти за ним. Погнали! Только одного, и пускай это один, кто хочет, блядь, взорваться нахуй. Декоза побежал. Ну вот Декози. Все остальные идут, но за, ну, по его следам и далеко. Метров так 20. Есть. У нас сзади подрыв. Сзади? Нет. Все живы? Кози, подожди, подожди. Техника близко уже. Но прям на нас. Вижу. Блять, на Саусе выезжает БРДМ. Саус, БРДМ, Саус, блять. Мимо. Все, у меня нет больше ракет. Высадился кто-то. Высадились. Все, он уехал. Просто все 60 км. Впереди дохуя. Блять, на дороге мина. Полно на 60 у здания. Где? Прямо по дороге. И на нас БРДМ опять едет. А нет, синичка же. Остановитесь и расстреливайте. И не стойте, блять, втроем за одним камнем, вы ебанутые, блять. Трубы остались еще. Первый выстрел, пускай трубы сделаю по технике. Только лучше не одновременно. Ну, блядь, ты вот глаз говорил. Хоть бы сказал, ебать. Давай, может, поближе подойдем к трубу. К полену. Давай к полену, к тому подойдем, к трупа, где его. А то отсюда не видно нихуя.
На 80 ровно видишь? Ну, мне деревья мешают. Я видел, как там кто-то отходил. Бля, мне тоже. Зеленые на мини подорвались. И... В смысле на мини? Ну, кто-то на мину наступил и... Дорвалось. Нет ружья. Так, вы это где принт? Я тут, рядом. А, окей. Ну, вроде большинство мы расхуячили, там может осталось пару недобитков. Техника осталась. Так, короче, прикрываем А2. Они пойдут к амбару сейчас. Я север не отойду чуть. Юй! Бардак поебашит по, прям по нам. Ответь ему обратно чем-нибудь. У кого-нибудь есть туда? Едет сюда. Крошин, ты там живой? Я его под стволами напугал, но, блядь, насколько этого хватит. Там трубы, это, принт, у тебя там у кого-нибудь трубы остались? Все принтовские здесь стоят. Похоже, нет, у меня нет трубы. У меня тоже пустая. Принт, у тебя сколько? У тебя два человека, что ли, живых только осталось? Четыре человека. Четыре. Живых, ни у а кого четверо. Нет трубы, здесь все красные. Блядь, у нас бобер, что ли, был АТшник? Бобер пулеметчик. А, нет, нет. Фур пулемет. О, охуенно, у нас труп нету. Вообще, ни у кого. Как этот бардак вы уебашили, я хуй знает. Стреляйте гранатомет в него. Бах. Продолжайте его обстреливать. Бух. Ну давайте, Крюмана, выходите. Бум. О, поехали. Крюманы, мальчики. Уедно. Бардак он, похоже, сдох. Но он не сдох, у него колеса сели, вот они все и вышли. Конечно, у них 10-5000 IQ. Ну да, потому что они боятся, что мы сейчас трубой их накроем, раз уж колеса не работают. А, колеса спинят? Ну чё, кто там вышел из наших? Пошлите да, проверять. Все остальные двигайтесь за мной. Принт, двигайся за мной. 5 человек осталось. Сейчас на Армении еще взорвемся и вообще будет заебись. Да, кинь кто-то все сдохнет. Даже полпути не дошли. Даже до второго объектива не дошли. Бля, там кто-то ходит за этим, за собором, блядь. За сараем. Это наши или враги? Потерял сознание. Вы там за сараем ходите. Да, вон они выглядывают, бля. Кто это? Ибра. Чё там в БРДМе есть что полезное? Но у меня есть тулкит. Мы этот БРДМ реквизируем. Двигайтесь, не особо быстро, медленно двигайтесь, чтобы пешком. Чё, на стадион залазит? Я залезу.
На 100 противников куча. Туда, налево. 100 противников куча. Зря зашли. Бля, принтом жив хоть? Вообще там живы. Да, мы живы. Ты как там, в порядке? Да, в порядке. Продвигаемся тут уже потихоньку вперед. А, мы сейчас город. Мы сейчас город. Тут кровь, блядь. Мы сейчас город отожмем. Ну что это хуйня? Что это, блядь, за стрельба? Второй этаж, два было человека. Есть такие два человека. Принц, защищай. Проходи, вот, блядь, ух ты. Отвечаем. Пугал. Ничего интересного внутри этой комнаты. Откуда? Похоже на саус. Бардак, на сауфа стреляют. Грену! А? Ай, блядь, какая грена? Блядь, принц, ёбаный в рот! Чё и грену ему кинул? Чё, твою мать, чё вообще происходит? Бля, сорян, блин. Да ничего ща. Очень близко. Сука, убил. В синем гараже сидел. Ага. Возможно, там еще есть. У меня стамина кончилась, я отдохну пока. Я зайду посмотрю. Дурак пошел нах. Блять! Сука! Сука, меня, по-моему, с сауса обстреляли, блять. Хуй пойми вообще откуда. Живы? Я жив, но, блять, на саусе поищите врагов. Надеюсь, это, блядь, не наши так хуярили, блядь, пиздошно. Готов? Готов. Блядь, очень рядом, на мысли от меня кто-то ёбнул по мне. Одного внутри убил. Красная зона защищена.